зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу уральская VIP шириной 3, длиной 6 метров. Мы пока разгружаемся и начинаем работать. Лист у нас готов, нанизали листы на покрытие. Вот сейчас их сверху как раз фиксируем. Кто-то фиксирует, кто-то показывает, снимает, то есть. Так, все, сейчас будем их проклеивать, одевать профиля и прокручивать теплицу полностью. У нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу. Уральская VIP, размер 3 на 6. Идем смотреть, форточки с дверями по торцам. Каркас теплицы сделан с профильной трубы, 20 на 40, арки в виде фирм. Есть один форточный блок на приводах, есть система подвязки, 4 нитки, есть грядки. Согласно размерам заказчика. Есть диагональные усилители. Поликарбонат 4 мм здесь. Плотность 0,75. Все торцы защищены торцевым профилем. Стоит все на брусе. Брус 100 на 150. Обработан антисептиком. Закреплен к земле якорями. Вот такая отличная теплица. Уральская VIP. 3 на 6 у нас получилось. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.